птица гамаюн, сказочные животные и рыбы наполнили залы художественного музея Алтайского края. Это персональная выставка Юрия Чулюкова, посвященная 50-летию его творческого пути. В экспозиции 40 живописных работ, многие из которых выставляются впервые. Название «Зазеркалье» куратор Юлия Манякина выбрала не случайно. Мотивы картин художника подтолкнули к нему. Юля мне предложила несколько названий, но я выбрал «Зазеркалье». Ну, там несколько работ у меня, вон еще есть эти «Подводные царства», там с птицами, поэтому он сказки. Кроме фантазийных композиций, автор создает пейзажи и натюрморты. Отдельное внимание отдает историческим изображениям старого Барнаула. Очень много образов, навеянных русским, древним русским эпосом мифологии. Ну и художник сам признался, что он вообще любит читать историю. Юрий Чулюков уже четверть века состоит в Алтайском отделении Союза художников России. Ни одной коллективной выставки он не пропускает. Мы его узнаем по его именно почерку, по его колориту, по его пастозности, которую это именно ему присущая, и по тому настроению, которое присутствует в работах. Добавлю, выставка «Зазеркалье» будет работать до конца февраля. Возрастные ограничения 6+. Анна Москаленко, Юлия Шламова, Анатолий Фукс. Новости.